В Узбекистане планируется запуск онлайн-платформы «Шафов-Йоль» и ее мобильного приложения, где будут отражены все государственные программы и программы местного значения по дорожному строительству. Это предусматривает проект постановления президента Узбекистана, подготовленный Министерством юстиции. Сейчас документ находится на этапе обсуждения. Ремонтируемые дороги, обозначенные непонятными цифрами, уйдут в прошлое. Им на смену придут названия городов и улиц, которые ясно можно увидеть через телефон или платформу. Проследить за работой организации, проводящей строительство или ремонт дорог, за статусом выполненных работ и за потраченными на объекты деньгами, также позволит улучшенная версия карты. Все финансовые средства, поступившие в дорожные фонды, будут отображены в онлайн-счетчике платформы в режиме реального времени. Сообщать об экстренных технических проблемах на дорогах граждане в частности смогут через эту платформу, оставляя фото и видео доказательства.